кухонный ковок, копанках, что возле бывшего динамитного склада. Разработки продолжаются, карьер снова вскрыли, вот новый пласт, и открытым способом будут добывать уголь. Ни на какие заверения ни министра, ни депутатов, что не будет открытым способом добываться в этом районе уголь, ничего не действует. Как добывали, так и работает. Здесь скрыли варварским способом, опять гробят землю. Шаманов, Бойко министр, все заявляют, но не знают, кто копает, кто ворует уголь. Где-то недра принадлежат всему народу. Но неизвестно, какая фирма копает это, разрабатывает уголь, платит налоги или нет. Скорее всего, нет, потому что неизвестно. Ни в прессе не писали за эту фирму, ничего. Сейчас грунт возят, сбрасывают это бывший карьер угольный. Приезжает экскаватор, тоже там очередную копанку копает. Топливо видно стоит, все это работает. Ну, по-моему, это все незаконно. Незаконно это все. Уголь повезли. Это варварство не закончится, пока не выберу здесь весь уголь. 3 года копает, и нет кому никому дела. Крышуется эта вся деятельность. Варварство 21 века, можно сказать. Министра Бойко, для всех экологов, прокуроров экологических, для всех тех, кто по долгу службы должен был не допустить этого произвола с разработкой угля. Таким способом. Земли изуродованы и будут брошены нашим, ставлены нашим потомкам. Идет разграбление недр государственных, народных, без налогов, без всего.
остановит этот беспредел. После таких разработок угля вот такая природа, вот такие отвесные стены, вот так остается все это. Деревья, уничтоженные посадки, вот такой ландшафт остается после этого варварства, после этой разработки. Вот такое остается все нам.